вместе очень люблю. Слышишь, скоро все пройдет, все будет пушка, бомба. Ты так и будешь целый день стоять? Тупой рожей вот этой. Все будет пушка, бомба, огонек. Все будет... Что ты сделал-то? Я его не убивала. Все будет пушка. Я же вижу, что здесь что-то не так. Я хочу понять, что произошло. Все будет пушка, бомба, огонек. Я на вашей стороне. Маме было бы тоже очень интересно послушать, как вы настоящего убийцу ищете. А правда говорят, Марина, что у тебя любовник был? У вас были основания бояться мужа? Вот если бы он узнал об измене, что бы он сделал?